Взмах кисти творит чудеса. Буйство красок складывается в единое произведение. А на холстах Ильяса Арасланова еще и связывает историю от Великой Отечественной войны до наших дней. Творческий путь заслуженного художника России легким не назовешь. Окончил несколько художественных училищ, работал в студии художников МВД, учился у знаменитого профессора СССР и всю жизнь посвятил живописи. Для себя писанные просто, на злободневной теме, то, что происходит сейчас. И они просто у меня накапливались, думаю, когда-нибудь может быть. Желание сбылось, можно сказать, случайно. Внучка художника познакомилась с одинцовскими волонтерами. Талант художника их покорил. Вместе решили, картины Арасланова должна увидеть широкая публика. И его работу «Война закончилась, война продолжается» в первую очередь. Ведь она о наболевшем – возрождении фашизма в некогда братской стране. Как это изобразить? Вот я изобразил ее в форме такой вот современной ноутбуки, а там вот подписывают акт капитуляции. Это как бы связь времен. Значит, продолжается все это. По-другому вот такую форму нашел. Современные движения, запрещенные в России, пандемия, гонения на русскую православную церковь. По картинам Ильяса Арасланова можно учить современную историю. Не просто изобразить, что у них происходит, а еще пройти в историю. Вот, например, вечерний пейзаж, сраженный снайперской пулей боец. Посетители смотрят на эту сцену, как будто из-за стекла. Война кажется так далеко, но художник подчеркивает, так только кажется. Вот и после окончания выставки в Одинцово картины отправятся в Луганск. Его жителям, как никому другому, близки сюжеты, изображенные на холстах. Евгения Климова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».